Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим светодиодную фару рабочего света от компании RS, модель LB4D36 Flood. Фара идет с рассеянным ближним светом, это означает приставка Flood. Вот такая вот фара идет в комплекте. Также есть монтажный комплект, это упоры металлические, пластины резиновые и также шестигранник и винты для крепления. Ну, также небольшая инструкция по подключению. Полностью металлическая фара идет. Размер фары составляет 187 мм, высота 86,5 мм, а глубина 111 мм. Подключается как на питание 12, так и 24 вольта. В лампе используется 12 диодов, мощность одной лампы составляет 36 ватт. Заявленный световой поток 3360 люмен. Лампа полностью герметично заклеена, пыль влагозащищенная. Класс защиты IP67. Вот, используются световые диоды Cree. Вот сейчас мы подключим на питание фару и посмотрим, как она будет светить. Вот такой вот световой поток, яркость очень высокая, ну и цветовая температура, как и заявлено, 6000 кельвинов идет. Напомню, световой поток 3360 люмен. При покупке на фару распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость ее вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.